Алло всем! Добрый день и добро пожаловать в новый влог. Хочу сказать вам, вот Рики уже тут, и поблагодарить вас всех, зрителей нашего канала. Большое спасибо вам за поздравления. Очень было приятно, очень было приятно. И сегодня у нас уже вторник. Рождество у нас закончилось. Рождество у нас 2 дня было. Мне там кто-то писал, все поздравили якобы как вчерашним Рождеством. Нет, девчата, у нас, например, было Хайлиге Абенд, это суббота 24-го, а 25-е и 26-е – это 2 дня у нас Рождества. Вчера вот у нас только закончилось. Вот, ну, что сегодня будем делать? Мы поедем с вами за закупкой, а потом, ну, это для вас будет сюрприз. В какой штат, в какой город мы поедем, я потом, кто там был, может, наверное, догадаются. Вот, а сейчас поедем за закупкой, надо уже кое-что купить и кушать, и на этой неделе же на выходные уже Новый год. Так, девчата, быстро все пролетает. Я говорю, ждали эти вайнахты, как Рождество, да, раз и нету, раз и нету. Я говорю, тут закупались и все делали, и... Все, за какие-то выходные уже быстро все пролетело. Так и Новый год пройдет. Ну, эти выходные я имею в виду. Ну, будем собираться, надо закупаться. Так, девчата, приехала я с магазина. Была в Лидли и в Экшен. Экшен магазин. Это как, я заезжаю туда всегда. Он недорогой такой. Я туда всегда и... Заезжаю, чтобы кушать моей собачке купить. Вот такая вот. Сейчас хочу сказать, там появилась новинка. Это, куда я их дела? Палочки. Вот такие вот палочки. Вот такие вот. Ну, это, сейчас я подальше сделаю. Я вот всегда такие беру. Я уже говорила вам, да? Депо Ойра 69. Где по Ойра 49, вот они как несколько штук разные. Что я еще в Экшене купила? Ну, это для туалета, я тоже там всегда покупаю. Вот. Потом, что еще я такого купила в Экшене? Вроде бы все. Так, ну, вы, наверное, уже знаете, все равно вот... А, вот, что я еще купила. Так, я вот не вижу, куда они дели, у меня дети. Это, знаете что? Это грелка, девчата. Грелка это с вишни, да, с этих косточек. Потому что у меня есть, но она сильно маленькая. А вот эта вот грелка, она уже как давно держит. Давно держит вот это вот, ну как, долго держит это тепло. Так, не могу найти, где она. Вот она, все. Вот она. Вот такая вот. Нашла вот, наконец-то. Уже выкинули. Она и была немножко оторванная. Так, ну, вроде бы все вот так вот там окупила. Вот что мне надо было просто курс. Сегодня у нас, как магазины открыты, народу, конечно, как всегда, ну, сами знаете, много. Вот, что я купила в Лидле? В Лидле, вот, я купила эти креветки, гарнирин, да, гарнирин, вот эти вот две штучки. Они стоили там 2 ойра с лишним. Потом, ну, эта дочь купила себе эту дозу. Потом что еще? Молоко купила, вот такой мультивитамин купила, помидоры купила, они у нас были сегодня ойра 29, 2 пачки купила. Потом гранат была красная цена 99 центов. Потом, девчата, это геркулесовая каша, очень люблю. А это мой энергетринг, это как энергетик, да, но муж попросил. У нас сегодня будет поездка с ним, мы сегодня будем... Для вас будет сюрприз. Поедем сегодня в путешествие с ним на прогулку. Потому что на тот понедельник уже все, мужу на работу, всем на работу. Так, мандельн это орешки. Потом опять взяла, была красная цена, девчата. Это на пиццу, да, вот это вот сыр. Так я держу. Обыкновенный такой сыр. Не знаю, думаю, ну не буду брать. Я ж на той неделе покупала 2 пачки. Думаю, ладно, возьму. Увижу ангибот, красную цену опять взяла. Думаю, ладно, бог с ним.
лишнее не будет. Опять набрала. Так, это нарезка на хлеб. Картошка у нас. Ну, что-то она, я вижу, она неважная. Ну, больше не было, видать. Вчера выходные были, и не было завоза. Вот. 2 ойра. Она, ойра 99. Ну, 2 ойра, девчата, она стоит. Потом, что это? Это пармезан. Дети у меня вот на шпагетти делают. И вот так вот на рожки. Я творю рожки. Это тоже слидло. Тоже 2 ойра с лишним она у нас стоила. Потом по ойра 49. Это тоже готовые уже как зоузы, да, тоже на лить на нудель, как на нудель, это макароны. Потом йогурт. Сколько этот йогурт стоил? Дани? Не слышат. Вот это вот тоже йогурт. Вот эти вот они любят у меня сильно йогурты. Не слышат дети. И вот это вот клубничный. Тоже часто им покупаю. И, ну, это, наверное, все берут этот аистый, вот этот тей. Чай вот этот вот. И там пепси-кола не влезла сюда. Но еще у меня есть пепси-кола. Это я так взяла. Потому что она уже идет с лимоном. Поставлю, чтобы стена была чиста. Так вот. Что, девчата, еще я там купила? Яички были, но они маленькие. Мне надо было маленькие. Это ойра 99. 10 штук. Это была как красная цена. Именно на такие яйца. Ойра 29 хлеб. Потом авокадо даже была у нас 99 центов, тоже красная цена. И где-то 2 ойра, это, знаете, эрднус, это как, как вам объяснить, бутер, как вам объяснить? Вот оно наподобие как нунтеля, да, как, но это с орехов. Не могу объяснить даже, как будет по-русски точно. Потом шпайзекварк. Шпайзекварк это как сыр или как сказать на него, творог растертый. Потом, ну, конечно, кофе. Экспрессо, девчата, ловаться у нас сегодня в Лидли Ангебот. 8 ойров с лишним было. От обычно, но дорогое у нас. Сами знаете, сейчас оно вообще как сильно цена поднялась. Ну, вот так вот все, небольшая покупка наша. Конечно, вот еще гитренки. Гитренки это вода такая, вода маленькая. Там еще в машине, как его, 3 упаковки, потому что надо затаскивать, заносить все. Потом что еще? Девчата, мы очень любим турецкую кухню, я вам уже говорила. Вот такое вот кто-нибудь покупает, оно очень-очень вкусное. Очень, мы вот постоянно, как если идем куда-нибудь гулять, постоянно домой покупаем. Сидим, кушаем, как в турецких этих, мне нравится очень их супчики вот эти вот. И это баквала, да? Наверное, знают все тут, кто в Германии живет. Мы очень ее любим, тут разное. Ну и все, вот такая вот небольшая закупочка. А я сейчас тут все уберу, кушать сварю. И будем потихоньку с мужем собираться. Всем пока. Большое спасибо за просмотр. До новых встреч.